Добрый день, друзья! В сегодняшнем видео хочу показать вам новинку этого года. 75 лет Победы. 100 тенге Казахстана. И поговорить о ее инвестиционной привлекательности. Сейчас, когда серебро пошло вверх, но еще не достигло ожидаемого нами максимума, то есть когда покупать как бы уже поздно, особенно украинские юбилейные и памятные монеты из серебра, а продавать еще рано, нужно рассматривать и обычные монеты для инвестирования. Как вариант, данная монета очень подходит. Итак, о самой монете. 75 лет Победы, номинал 100 тенге. Материал изготовления мельхиор. Аверс. В центре герб Республики Казахстан. Внизу номинал. По краям национальный орнамент и название страны. Реверс. Стилизованное изображение советского солдата на фоне рассеченной стены. На переднем плане вечный огонь, голуби, которые символизируют жизни советских солдат, отданных во имя мира. Справа изображение гвоздик в цвете. Тираж монеты 8000 штук, то есть всего 8000 в таком исполнении, что очень мало, учитывая популярную тематику данной монеты. Как многие из вас знают, 75-летие Победы отмечали практически по всему миру, и много стран выпустило монеты в честь данного события. Поэтому часть монет уедет и за пределы бывшего Союза. Для сравнения, если конкретно обратить внимание на более ранние монеты Казахстана данной тематики, то 50 тенге 2000 года, 55 лет Победы с тиражом 50 тысяч, стоит более 2000 гривен. И также 50 тенге 2005 года, 60 лет Победы, также тираж 50 тысяч, стоит более 50 долларов. Данную монету сейчас еще можно купить от 10 до 15 долларов. Ну а окончательное решение принимать вам. И в завершение хочу показать, как будет выглядеть монета 5 гривен передовая, которую заказывали на этой неделе. Посвящается медикам и военным. В борьбе за Украину у них у каждого своя передовая. Рекомендую обратить внимание на данную монету. На этом завершаю обзор. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Пока!